Елена Малышева призналась, что сделала карьеру благодаря мужу. Телеведущая заявила, что ей очень повезло с супругом, поделилась своими правилами воспитания детей и рассказала, чем сейчас занимаются ее сыновья. Елена Малышева дала большое интервью, в котором подробно рассказала о своей семейной жизни. По словам телеведущей, они с супругом очень разные люди. Прожив вместе 30 лет, Малышева смирилась с тем, что ее муж не любит посещать светские мероприятия и ходить по магазинам, а он с тем, что она не умеет слушать и все время перебивает, хотя и работает над собой. Ведущая «Жить здорово» призналась, что ей очень повезло с мужем. Он никогда ее не ревнует, с юмором относится ко всем ее недостаткам и принимает ее такой, какая она есть. Недавно Елена Малышева стала бабушкой. Сын Юрий и его супруга Карина подарила ей внука, которого в честь дедушки назвали Игорем. Телеведущая призналась, что хотя отношение к внуку у нее более мягкое, чем к детям, принципы воспитания и образования будут точно таким же.